Всем привет! В автомастерской на доске появилось новое задание. Называется «Налет на пропащих». Нужно разгромить лабораторию пропащих и забрать товар, который они успели произвести. Цена, как обычно, мелкая, 180 тысяч. Hey, you heard of the Lost MC? Some heavy metal biker dudes? Deal a lot of crystal. Shit, I feel crusty just talking about they nasty asses. Well, Kenny been making moves out of town. Turns out these Lost motherfuckers got some serious competition coming up, and we gonna help break their monopoly. This rival of theirs wants us to take out their labs, steal whatever product they got ready for transport, and hand it over. He gonna pay us good, too. Breaking open the free market is where it's at, y'all. All we gotta do is find where they cooking it, find how they moving it, and then we're ready to get it done. Задание выяснить, где находится лаборатория пропащих, и раздобыть взрывчатку, чтобы их уничтожить. Ну, как обычно, два подготовительных, а потом само финальное задание. Адреса лабораторий. You hear me? Давай. Cool. Рассказывай so быстрее. Greasy ass biker fools and making bank is my kind of day out, y'all. But that don't mean it's gonna be easy. We're gonna need two things: the location of the labs and then some explosives to lay them out. Way I see it, you can probably get both of them things at their clubhouse. Sending you the location now. Get after it. Добраться до клабхауса пропащих. Можно украсть славман пропащих и снаряжение, которое находится в нем, чтобы незаметно проникнуть. А если заметно проникнуть? Где вы тут спрятались? О, они уже почему-то ждут. Лови. Ну, ёпарасте. Пикселя там не хватает. Всё, чисто. Я минус дверь. Ого. Ого. Это жестко. Прям на перекрестке тут поставили. Надо тут. Как заходишь, сразу же надо тут куда-то в сторону отбегать. Что-то там. А ну покажись. Давай еще громче. Piece of shit.
Вот вы где. Да, конечно, не пролетает. А вот тут то, что надо. Нужные предметы. Нужный предмет, так и написано. Сейф вот тут еще отказывает. Есть откуда-то, не возьмись, появился. А в сейфе документы. О, теперь написано покинуть. А то там маркер на двери нарисовали, типа можно уже выходить. Готово. Следующее задание: подготовительный способ транспортировки. Выяснить, как пропащие перевозят продукцию и когда ожидается следующая поставка. Трынь. Yo, listen up. Our client ain't just satisfied with destroying all the labs. He wants all the crank them lost punks were trying to sell too. We gotta figure out how they move it first. So head over to the docks. They doing a meet with a dock worker down there who handles all their exports. You take him out, and we'll be able to see how they planning to ship their latest batch. Elysian Island. Куда-то в порт. Сейчас посмотрим, что там в порту. Нужно дождаться, чтобы они ушли. Ой, забегали. Куда? Куда? О, ни хрена там сзади приехала. Целая куча. Ни хрена у них тут подмога. Где цель? Надо сфотографировать. Они проехать не могут. Сейчас они пока объезжают, я сфотографирую. Список готов. Чего? Опять куда-то ехать. О, они уже здесь телепортировались.
найти, угнать грузовик, затем спрячь его во дворе склада. Можно будет использовать в финальном задании. Грузовик, говорит, найти. Может, вот этот? Этот подойдет? Этот подойдет. Сейчас надо этих расстрелять. Ну что они там застряли? А то эти они не дадут проехать. Что-то как. Сейчас они, если и догонят, то перегнать не смогут. Какой-то склад 6 километров пилить. Приехали. Грузовик на место. Все. Готово, погнали дальше. Далее. Налет на пропащих. Финальное задание. Разгромить нужно лабораторию пропащих. Забрать их свежую партию метафетамина и доставить ее клиенту. Можно ехать на своем транспорте. Либо транспорт взять все санты. Так, что тут есть? Какие-то 4 лаборатории. Blow their meth labs up first. We sent you the locations. Hit them in any order you like. When you're done, drive the truck you stash over to Stab City and get it hooked onto that trailer full of crank. That's the haul, all right? Kay's coming around now. Here he is. Hey, Kay, get in here. Hey, baby. We running this job for Chef or what? Yeah, get over here. Yo, listen up. Yes. Here's what you need to know. В городе две. Y'all know Chef? He a strung-out motherfucker, runs with a real psycho crew. No? All right, well, he's our client. Country as hell. Ain't cut out for no city shit. So he needs cats like us with fast motherfucker cars to pull his jobs for him. That's what the fuck we here to do. Them lost fools ain't gonna just let you run off with they shit. It's gonna be hard. But don't get the tanker shot up on the way to the drop. When it gets there, Chef gonna pay us. Then we pay your motherfucking asses. Now keep us on speed. I'm out. А где какой там грузовик надо будет подогнать?
пока не видно. Надо поближе подъехать. Может, там стоять будет. Забегали. Кто там еще подъехал? Надо внутрь зайти. Где ты тут? Где-то он за это спрячется. Сейчас будет сделано 20-30 секунд. Иначе бабахнет. Десять. Бабах. Такой дымок там. Еле заметный. Из-за двери дымок там повалил. А вот и все. Вот так надо разбираться с этими лабораториями. Что-то у меня машина погнулась. Need to keep that market competition alive, baby. Stirring shit up is our USP. Ha! We waist deep in this shit and you already planning the next job? Oh, come on, girl. I'll never take a day off. Выехали такие. Попасть не могут. Скользь. По-моему, он не упал. Как он жестко прилип к этому контейнеру. Давай уже, заряжай быстрей. Ни хрена их тут. Они случайно тут бесконечно не лезут. Мне кажется, они едут бесконечно. Поэтому лучше не отстреливаться, а сразу зайти. А тут нет никого. Вау. Осталось две. Все. Был слышен хлопок. Но они не сдаются.
так и вылазят со всех сторон на своих мотоциклах. No one wants to get caught with a truck full of amphetamines. Don't worry, baby. I seen this one behind the wheel. No one's catching them. We good. It ain't nothing to worry about. Ого, какие они тут. Ого. Ну калуши. Отъехать маленько, поднакопить. Что-то они чуть не вынесли. Ни хрена из дробовиков что ли стреляет так метко. Все уже, пока ехал. Этот бронежилет кончился. Точно с дробовиков метко стреляют. Нормально, туда распрятаться негде. Ни хрена он там шпарит. Все хп вынесли за 3 секунды. Сейчас надо сожрать еды. Одеть бронь. Быстренько выскочить. Машина там рядом. Окружили. Уже бронежилета нету. Здорово они тут. Из дробовиков наяривают. Этот как терминатор. Из второй части на мотоцикле едет, шпарит с дробовика. Let's think about this next lab first. It never left my mind. Ну как попадают? Все-таки они бесконечно едут. Пока я этих отстреливал, тут целая куча приехала. Тут надо машину какую-нибудь другую брать. Так, быстрее.
Вот постоянно вот ерунда в этой игре. Куда не зайдешь, сразу же оружие убирают. Он по 20 раз его доставать. Ай, жри быстрей. Вместе с пакетиками, не распаковывая. Никого нету. Так, куда-то надо подальше отъехать от дороги. Бабах! Укради цистерну! Где какая цистерна? Мне надо грузовик сейчас забрать. Чё мне пистолет дали? Ну ладно. На траве перевернулся. Самое сложное задание. Потому что они тут бесконечно лезут. Это тот грузовик, который я пригонял. That truck still there, right? Get in and get going. Там стреляют, тут стреляют. Так, а так вон там прицеп забрать. Прицеп забрать, а потом куда? Они уже здесь. Йо! Вот это их там капец. Тут много с пистолетика не настрелять. И задом не подъехать. Потому что они тут зайдут спереди. Куда ты спрятался? А ну вылазь. Вы тут бесконечно лезете или нет? Ни хрена себе. Какие-то неубиваемые. Да где ты здесь, власть? А, вон. Вроде бы кончаются. Кто-то хочет обойти. Ай!
Так, еще немножко. А вот и цистерна. Подножка. Полетел. Стоять. Доставить цистерну клиента, а тут еще ХП у цистерны. А если близко подпускать, то они могут раздолбать. Капец. Так, в аккурат. Ну и у него мотоцикл взорвался. Лучше не наезжать. А то под грузовиком бабахнет. Приехал. Выпал. Them boys on your ass, huh? Well, you ain't got this gig for your personality. Go on, drive, motherfucker, drive. You pull up to the drop with them boys. Как-то грузовик еле едет. А ну, всували быстро. С мотоцикла. Поднажми. Hey, baby, I'm thinking about spending my cut on that Lucien dress you've been talking about. I don't need you to buy me that shit, player. I got it myself after our last job. Oh shit, how's it look, baby? 9 winner song. Она тут продать, якобы доставить на бензоколонку. Вот тебе конвертик. Вау, 162 тысячи. Все, задание готово. Плюс еще сверху 75. За первое выполнение. Ну ладно. Миссия прикольная, но для одного выполнять ее сложновато. Целых 4 этих лабораторий надо раздолбить, да еще эти байкеры там лезут бесконечно. Надо делать все быстро. Зайти в этот в дверь, быстренько поставить и обратно выскочить. Даже можно с ними это, не сопротивляться, никого не стрелять, а ехать дальше, потому что бесконечно вылазят.
Ну, а так, в общем, задание прикольно. А на этом у меня все. Оставляйте свои комментарии, заходите во вкладку плейлисты, если не вали, там куча всего, hey, есть что посмотреть. Всем пока и до новых видео. You did good out there. Always more work if you want it. Peace.